Друзья, всем привет! Сейчас расскажу, как заблокировать электромагнитный замок вот, на своем примере. Причины могут быть разные. Вот у меня, например, такая причина банальная. Я хожу курить, а людям просто холодно. Вот такую вот образовавшуюся щель дует. Вот, эта дверь у нас как бы запасная, на втором этаже находится. Вот, и это как аварийный выход, грубо говоря. Я вот через нее бегаю курить, чтобы не светиться. Вот один из вариантов — это вот установка небольшого уголочка. То есть это просто на электромагнитный замок вешается уголочек такой, может быть, там вы заносите какие-то вещи, да, там в квартиру, ну, не в квартиру, в подъезд, да, и вот нужно временно повесить такую штучку, и, в общем, чтобы не доставать ключи и не прикладывать, ну, к считывателю домофона, ну, очень удобно. Вот. Но единственное, здесь недостаток, то, что он может упасть, вот такой пластиковый уголочек, можно сделать что-то пожестче, можно сделать на каком-то там, грубо говоря, более таком антискользящем материале, чтобы не соскальзывало. Ну и второй вариант — это я вот сделал вот в изоленту, просто взял маленький магнитик, вот, вложил его туда и просто подкладываем под электромагнитный замок, ну там, где металлическая часть, активной части, да, скажем так, где катушка находится. Вот, на нее, потому что в прорезь, если пойдете, может не сработать. Такой вариант. Вот, можно туда что-то утолщение какое-то сделать, можно на магнитике тоже подкладку, и тогда будет гарантированно. Просто сделал я вот такой компактный, да, то есть зазора никакого нету. Вот, практически там даже датчик, может быть, будет срабатывать, да, датчик того, что дверь закрылась. Вот, ну, тем не менее, дверь прекрасно открывается, и можем туда-сюда ходить. Вот, ну, я бегаю курить, когда, вот, можно так сориентировать, чтобы не торчало, не привлекало внимания. Вот, можно вообще теоретически без изоленты, да, и тогда вообще практически не видно будет, потому что сольется магнитизированного цвета. Вот, надеюсь, было полезное видео, все, всем пока, спасибо за внимание.